Родос воспринимается в первую очередь как город рыцарей, и это во многом справедливо, так как эпоха теократического государства рыцарей-госпитальеров оставила самый заметный след в облике города. Старый город признан памятником всемирного наследия, в первую очередь, именно как столица и крепость рыцарей. И естественно, что основной точкой притяжения для любознательного туриста является именно средневековый город-крепость, по улицам и переулкам которого можно бродить целыми днями, открывая и изучая все новые и новые места. Вся северная часть Родоса, то есть основная туристическая зона города, представляет собой в основном конгломерат рыцарской, османской и итальянской архитектуры, что создает определенную атмосферу исторической преемственности и космополитичности. Если не учитывать нескольких византийских церквей, то можно сказать, что современный Родос сформирован на протяжении последних 500 лет. Однако история Родоса насчитывает два с половиной тысячелетия. Известность и влияние Родоса в классические и эллинистический периоды были ничуть не меньше, чем в эпоху рыцарей. Город был построен с нуля, как столица всего острова, по соглашению трех основных полисов, это Камерос, Линдос и Елисос. Площади населения древнего Родоса были примерно такими же, как и у современного города. Генеральный план был составлен по гиподамовой системе и античный Родос славился своей градостроительной продуманностью. Планировка его во многом сохраняется и по сей день. Город был обнесен защитной стеной, собственные укрепления имел и порт. Однако из-за бурной истории Родоса от тех времен мало что осталось, так как при перестройках города, при модернизации военных укреплений и боевых действиях строения предыдущих эпох безвозвратно утрачивались. Например, там, где сейчас мы видим старый город, находился так называемый Нижний Акрополь, а на месте храма Гелиаса сейчас возвышается дворец Великого Магистра. Остатки древних зданий и оборонительных сооружений погребены под более поздней застройкой. Раскопаны и раскрыты они только фрагментарно. Причем относятся они к эллинистическому и римскому периодам, от классического времени вообще ничего не осталось. На территории старого города можно увидеть руины храма Афродиты у ворот Свободы отдельные участки эллинистической оборонительной стены, самый крупный из них – у ворот Святой Екатерины. А также несколько римских зданий, которые на туристической карте обычно и не обозначаются, за исключением монументальных ворот, которые, впрочем, недоступны для осмотра. Остается неизвестным, где располагались даже такие крупные сооружения, как городской театр или статуя Гелиаса, то есть колосс Родоский. Кстати, об этой гигантской статуе более-менее достоверно известны только имя скульптора, примерная высота, приблизительные даты постройки и разрушения, а также некоторые конструктивные особенности. Однако никаких конкретных описаний ее внешнего вида пока не обнаружено, а все известные рисунки ⁇ это только художественные фантазии, причем не соответствующие ни древнегреческим канонам, недоступным в то время технологии. О ранней истории города нам рассказывают в первую очередь письменные источники и свидетельства современников, а не археологические изыскания. Коллекции археологического музея включают в себя находки со всего острова, а частично из соседних островов. Тем не менее, косвенно они позволяют кое-что узнать и о самом городе Родос, его экономике, местных нравах и обычаях, быть населения. Здесь уместно заметить, что древний Родос дал миру множество блестящих деятелей науки и искусства, но в современной топонимике они почти не отражены, за исключением разве что Диагороса. Гуляя по улицам старого города, видно, что в своем большинстве они названы в честь самых известных древних греков вообще, а не местных уроженцев. Вне крепостных стен раскрыты и сохранены отдельные участки древних сооружений, но большого интереса, в общем-то, они не представляют. Остатки античных эпох более хорошо сохранились в южной части Родоса, на Верхнем Акрополе и к югу-востоку от него. Акрополь находится за пределами жилой застройки, на возвышенности, которая называется Холм святого Стефана, по названию Византийской церкви, снесенной при турках. Другое название ⁇ Монте Смит, то есть гора Смита, видного британского флотоводца эпохи наполеоновских войн. Раскопки на Акрополе начались и весьма активно в эпоху итальянского правления на Родосе, в период между мировыми войнами. Неторопливые исследования продолжаются и по сей день, но обнаружено пока что не так много, как можно было бы ожидать, исходя из древних описаний Родоса. Акрополь не имел собственных укреплений, в отличие от большинства древних акрополей, поэтому, строго говоря, это не акрополь, а просто большое общественное место. Остатки зданий, которые мы видим сегодня, относятся к эллинистическому периоду, то есть когда Родос был еще на вершине своей славы, но понемногу уже стал терять свое величие. Основные объекты, обнаруженные на Акрополе, это Нимфеин, Стоя, Храм Афины, Храм Аполлона, Артемисиан, Адеон, Стадион, Гимнасий и Библиотека. Наиболее загадочное место Акрополя – это Нимфеин. Название это условное и означает «святилище нимф». Оно состоит из четырех подземных сооружений похожих на пещеры, вырубленных в скале, со входными лестницами и проходами, цистернами для воды. Во внутренних стенах есть углубление, вероятно, для небольших статуй. Предполагается, что это было место для отдыха и богослужений. Рядом с нимфеином находилось стоя, от которой остался только фундамент, но изначально это было весьма внушительное сооружение, хорошо видное из гавани. От храма Афины осталось немногим больше. Сохранившиеся барабаны колонн, части капители и архитрава свидетельствуют о первоначальном монументальном характере этого храма, построенного в Дорическом ордере. Южнее находится основная археологическая зона. Она огорожена забором, но доступна для осмотра. Наиболее заметные объекты здесь – это храм Аполлона, Адеон и Стадион. Во время итальянского правления проводимые раскопки в духе того времени сопровождались восстановительными работами. Никак нельзя сказать, что это точная реставрация, но примерно так и эти древние сооружения и могли бы выглядеть. Стадион имеет длину беговой дорожки 1 стадии, то есть примерно 190 метров. Подлинными оригинальными сохранившимися деталями являются сиденья официальных лиц, некоторые из нижних скамей и стартовая площадка. Адеон ⁇ небольшой театр, вмещал около 800 зрителей и, как полагают, использовался либо для проведения музыкальных мероприятий, либо для выступлений ораторов. Оригинальными являются только несколько сидений первого ряда, остальное – это итальянская реконструкция, причем весьма вольная, так как обнаруженные остатки оригинального строения совершенно недостаточны для исторически достоверного восстановления. Храм Аполлона Пифийского расположен на террасе позади Одиона. Итальянцы восстановили его фрагмент с четырьмя колоннами и частью архитрава. Во Вторую мировую войну этот восстановленный участок сильно пострадал и был воссоздан вновь уже греками. Рядом с храмом Аполлона находится Артемисиан, храм Артемиды и другие места поклонения, но они остаются уже в нетронутых руинах. Гимнасий представлял собой большую площадку со вспомогательными сооружениями и со стеной по периметру. Площадку эту хорошо видно и сейчас, а от строений остались только отдельные обломки. Про наличие библиотеки, известной из письменных источников, предполагается, что она находилась тут же, рядом с гимнасией. Найденные архитектурные детали подтверждают наличие строения на этом месте, но нет прямых доказательств, что это именно библиотека. Южнее огороженной территории Акрополя, прямо у дороги, можно найти участки городских стен. Это наглядно показывает, что территория древнего Родоса была примерно такой же, как и у современного города больше на Родосском Акрополе ничего пока не обнаружено. Все мелкие находки экспонируются в археологическом музее Родоса. А на самом Акрополе есть только небольшой выставочный зал с общей информацией о нем и об истории археологических исследований. Интересна схема, где план античного Родоса наложен на современную карту. Видно, что современная застройка во многом соответствует той, которая была заложена две с половиной тысячи лет назад. Также из схемы видно, что новые дома строятся и на обширной территории древнего некрополя. В наши дни сохранению наследия уделяется намного больше внимания, чем сто лет назад, не говоря уж и о более старых временах. Поэтому остатки древних зданий и сооружений в современных районах можно встретить намного чаще, чем в более старой части Родоса. Большие археологические зоны находятся у современного кладбища. Одна из них это участок эллинистических оборонительных сооружений, а другая – часть древнего некрополя. На этих территориях идут вяло текущие исследования, они огорожены и доступны для осмотра только из-за забора. Родосская погребальная архитектура отличается большим разнообразием. Гробницы обычно вырезаны в мягкой породе, либо просто в виде прямоугольных ям или камер. Либо состоят из подземных погребальных камер с богато украшенными надземными частями в виде арок или колонн, поддерживающих архитрав с метопами и триглифами. Устанавливались и погребальные алтари. Внутри гробниц покойники помещались в ниши, вырезанные в стенах камер. Несмотря на большое количество погребений и богатство некоторых из них, принадлежность их не установлена. Без сомнения, одно из самых интересных мест на территории современного Родоса – это парк Родини. Свой современный вид он получил в основном во времена итальянского правления. Расположен парк на территории античного кладбища, а устройство и оформление парка вполне соответствуют этому месту. Тихое журчание воды, безветренный, заросший буйной растительностью овраг, склоны которого как бы отграничивают посетителя от внешнего мира. Спокойное и хорошо продуманное благоустройство. Все это настраивает на философский лад, успокаивает и умиротворяет метущуюся душу. Вдоль ручья, на склонах оврага, находятся древние погребальные памятники и пещеры, которые использовались как места поклонения и относятся к третьему или второму веку до Рождества Христова. Это часть древнего Родосского некрополя, сегодня известного как некрополь Караконера, использовавшийся во времена позднего эллинизма и Римской империи. Итальянские власти провели археологические исследования в этом районе в 1924 году и восстановили примерный вид некоторых объектов и римский акведук. В конце 20-х годов итальянцы превратили эту территорию в парк, построив систему плотин, прудов, каналов и мостов, проложили дорожки вдоль ручья, установили фонтаны, беседки и скамейки. Парк был поврежден во время бомбардировок Второй мировой войны, но впоследствии восстановлен. Среди археологических памятников в парке Родине выделяется гробница Птолемеев. Это квадратный в плане мавзолей, размером 28 на 28 метров, высеченный в скале. Он имеет удлиненный вестибюль и прямоугольную камеру, в стенах которой были вырезаны ниши, где помещались останки умерших. Название дано условно, и, скорее всего, никакого отношения к семейству Птолемеев гробница не имеет. Также интересна так называемая Каринская гробница, которая состоит из трех подземных камер, высеченных в скале, похожая на пещеру. В нишах, вероятно, были установлены статуи и алтари. Часть археологических объектов Некрополя остается недоступной для осмотра. И в завершение нашей экскурсии есть смысл сказать о единственной на русском языке книге, которая весьма подробно рассказывает об истории Родоса от легендарных времен и до захвата острова турками-османами. Автором проделана очень сложная и трудная работа. Несмотря на отдельные неточности и субъективные моменты, Книга будет полезна всем интересующимся историей Родоса, так как сочетает в себе и научный подход, и хороший литературный стиль изложения.